В городе продолжаются масштабные работы по реконструкции магистральных коммуникаций. Пришло время участка на пересечении улиц Советской и Бубнова. Энергетикам пришлось на время ограничить здесь движение. Напомним, что ранее специалисты уже заменили часть теплосети протяженностью 120 метров на Советской. В прошлом году там же переложили еще 450 метров. Данную работу мы планируем выполнить в два этапа. Сначала ограничивать движение по одной стороне, и потом поочередно с другой стороны улицы. Всего мы заменим порядка 90 метров трубопроводов. Стоимость данных работ составит 5,4 миллиона рублей. Компания приносит извинения ивановцам за доставленные неудобства. Результат работы жители почувствуют уже зимой. Высокотехнологичные коммуникации, покрытые пенополиуретановой изоляцией, по заверению производителя, прослужат не менее 25 лет.